Папы не было, папа уехал уже в армию, забрали его в 41-м году. А меня оставила мама в партсарае бабушки. Мамы нет. У дяди трое детей. Я четвертая, бабушка и дедушка. И вот нас всех загнали в одну комнату и говорят, уходите отсюда. Бабушка стала немножко беспокоиться, потому что а дедушка был, ну я не помню в тот момент, он или сопротивлялся, или что. И он стали его бить. Взяли за под руки и прямо через калитку закинули. Я в этот момент очень хорошо помню, он плакал, и с него аж слезы льются и кровь лежит. Я в тот момент до того закричала, бабушку, дедушку убивают, а мы жили под Севастополем. Ну, в то время война была, и я помню вот этот звук оружия. Ни хлеба, ничего. Вот эти четверо детей нас и четверо взрослых нас загнали в вагон. В дороге я... Это сейчас, я думаю, это был Саратов. По Волге вот выкидывают с этой, прямо с этого завернутых людей. Но тогда я не поняла, что эти были люди. Думаю, мешки бросают, что ли? А потом уже я поняла, что бабушка мне как-то говорит, это были люди, детка. Но мужиков у нас не было. Один дед был 84 года, и мы женщины.